Вот чуть ли не первая песня афганских времен. Я когда побывал с самого начала в 345-м полку, он стоял в Баграме, это недалеко от Кабула, потом в Кабуле, а потом перетел в Шиндант. Это уже довольно далеко, и там относительно равнинные места. Я к чему, что в горах холодина, это же декабрь 79-го года, мороз, снег, в долинах какой-то дождь, туман, мокрые палатки, ни хрена не понятно, вообще что за война, с кем воюем, да-да-да. И в то же время было какое-то настроение дух. И вот я после этой песни много чего написал, и для меня она остается как бы символом вот какого-то полета мечты, а туда войска входили, в общем-то, с мечтой. Действительно хотели там какую-то нормальную людям жизнь сделать в этой дикой стране. Перевалы до самой границы, в облаках, в камнепадах, во мгле, боевые железные птицы сбились в кучу на мокрой земле. Отсырели брезенты палаток, дым над лагерем, словно венец. Сотню лет или малый остаток нагадает пролетный свинец. Не об этом, однако же, думы в этот день, в этот час и судьбу. И с повадкой отнюдь не угрюмой сигналист продувает трубу. В первой ноте слегка хрипловатой он о долге напомнил, и вдруг о солдатской дороге крылатой задышал в подеблевший мундштук. И откликнулись близкие склоны, и в разрыв проплывающих туч опустился с небес на погоны ослепительный солнечный луч. Пой, труба, батальоны зывая, наполняя отвагой сердца. Пой, труба, твоя песня живая, звонче мертвого свиста свинца. Перевалы до самой границы, в облаках, в камнепадах, во мгле, боевые железные птицы сбились в кучу на мокрой земле.